здорово, очень хорошо, прекрасно. Они играли, вот, видно было, с энтузиазмом, да, на подъеме. Ну, возможно, вот Марк Розовский все-таки был в зале. Это как-то повлияло на актеров, как вы думаете? Да? Мне кажется, это какое-то имело значение, они как-то совсем были очень-очень такие вот на взводе. А вот в зале были школьники, как вы думаете, насколько эта постановка им будет интересна? Они уже взрослые, я спрашивала, я разговаривала с этими школьниками. Это был 7, 8 и 10 класс, это достаточно взрослые дети. Ну и потом Чехов, они уже подходят в школе, уже что-то читают. Очень, мне сказали, вот я с ними разговаривала в антракте с ребятами, и они сказали, что замечательно все. Им все понятно, и они уже это все воспринимают совершенно нормально. Вот. Ну, мне кажется, поймите, ну это же отдача, да, когда тебе вот дают вот такой вот в зал идет вот это вот все, вот это, ну как сказать, творчество, яркость, вот это вот все. И обратная, конечно, реакция. Они же, ну вы же слышали реакцию зала, да, дети смеялись и лопали, и, в общем, все это была хорошая такая ответная реакция, мне кажется, да? Конечно, вот эта первая часть Чехова «Пари» совершенно неожиданная, потому что мы действительно, мне неизвестный рассказ Чехова и очень для меня неожиданный. Но второй-то, ну, мне просто очень нравится, он этот театр очень живой, он такой искрящийся, такой остроумный. И мне очень нравится, что актеры играют с большим удовольствием. То есть я вообще наблюдала, как вот театр рождается, а потом, бывает, умирает. Знаете, это всегда так больно смотреть. Вот есть несколько театров, которые ты помнишь, и те же актеры, и все. И какое-то идет вот, ну, как бы, старение, вот я не знаю. А этот театр, он какой-то молодой. Вот я уже, наверное, третий год сюда хожу, наверное, весь репертуар, почти весь, еще не весь. Но не было ни одной вещи, что мне не понравилось. Просто вот, замечательно. Очень. Очень я этот театр люблю. А чем понравился, расскажите? Вы знаете, во-первых, мне всегда нравятся у Розовского постановки и спектакли. Вот даже, например, я смотрела «Трамвай желания». Они современные, и хотя не меняются слова вот от первоначального текста. То есть все артисты играют очень хорошо. Поэтому мы вот уже в который раз ходим сюда, и нам доставляет это очень большое удовольствие. А этот спектакль чем-то вас удивил? Вы знаете, потому как я уже вот не первый раз, я не могу сказать, что вот я уже готова к тому, что здесь будет что-то такое, что, ну, немножечко от Чехова ни на шаг не отходит, но, тем не менее, это современно. Вот, что я хотела бы сказать. А чем понравился? Да. Игрой, превосходной игрой актеров. Хотите писать? А это для зрителей. Для зрителей? Да. Почему стоит пойти на этот спектакль? Замечательный спектакль, профессиональная игра, понимание чеховского юмора, ну и, конечно, великолепная режиссура Марка Розовского. А чем понравился спектакль? Очень понравился. А чем? Замечательно. Игрой самих актеров. Большое удовольствие. Розовский поставил отлично. Ну да, давай. Вообще это. Очень, я люблю вообще в этот центр ходить очень часто. Вот собираюсь еще. Можно им